Что касается продления жизни и всех технологий, работающих в этом направлении, нужно помнить, что еще не так давно средний возраст людей был 30-35 лет. По сравнению с ними мы просто вечные, доживающие до 90-100 лет. Когда-то изобрели пенициллин, мы стали жить на 5 лет дольше, ничего от этого хуже не стало. Надо жить с открытыми глазами, глядя вперед в будущее.